Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем Сибирь 2. Давайте загрузим. Где-то у нас. Вот это, да? Ну. Подождите. 12-10, так. Вот это должно быть. Итак, мы собирались сходить за водой. Это точно. Как воду-то набирать-то нахрен? Вот. Так. Просто, наверное, я как-то не так что-то делал. Так, нам куда? Сюда? Ну-ка, иди сюда. Иди. Так. Здесь я ничего такого не вижу. А, блин, я за водой же иду. Ну и так, да, ничего не вижу, чтоб... Где вода? Ну-ка, давай вот сюда. Блин. Заблудился. Ой. Так, наверх-то мне пока не надо. Я даже не помню, что там наверху. Так, нет, туда мне не надо пока. Это же этот железнодорожный мост. Да, почему он, правда, здесь стоит, я не знаю. Кто его построил, тоже понятия не имею. Вот куда мне надо, это точно. Так. Ни хрена. Так. Вот куда мне тебя тыкать? А вот куда, вот куда, вот, вот, смотрите. Так, набираем воду. Все, крутим. Ух, ну ладно, хоть. Так, подождите. Теперь надо думать, что второй раз сюда не приходить. Надо теперь думать, как нам быть. Так, мне надо, чтоб... Чтобы белка мне этих орехов притащила. И все, вроде бы, я для этого уже сделал. Сейчас еще раз посмотрим. Так, надо будет обдумать. Там же несколько ходов, выходов. Сейчас подумаем. Пойдем. Блин, вот так вот бежит, пока с краю на край. Время немного проходит. Ну ладно, ничего страшного, да? Мимо мамонтов налево. Да где ты тут? Вот сюда. Вот сюда. Так, эту мы сделали, чтобы зверь посюда... Ага, подождите, это я помню, чтобы зверь посюда лазил. Нет, надо его сюда как-то загнать. Ну-ка, подожди-ка. А как тебя туда перегнать? Если я воды сюда налью, она сюда встанет. Так, если я воды сюда налью, то смысла нет. Воды сюда... Вот сюда надо, наверное, воду лить. Либо сюда куда-то. Надо, чтобы только хорек, блин, сюда оказался. Так, как его загнать сюда? Ну-ка. Давай-ка. Так. Так.
Надо что-то сюда положить, чтобы ты сюда побежал или что? Подождите, я вроде бы дотюкал. Так, надо сову отсюда убрать. Сейчас. Блин, вот ни хрена я лоханулся с этой совой. Теперь сову надо перегонять. Сейчас, минутку. Блин, места нигде поближе-то нету, да, такой штуки? Только там, на центральной этой площади. Ладно, пойдем. Вот смотрите, одно что-то не так сделал, все, переделывать приходится. А что переделать, это пипец. Целую сову перегонять, это не машину сел, завел и с одного места на другое перевел. Ни хрена. Да куда ты по сюда иди? Блин, где? Да, мимо пробегай. Мимо. Еще мимо. Вот, вот эта мне штука нужна. Кошмар. Ой, кошмар, кошмар. Так. Что это так? Так, это что такое, мы узнаем. Так, перегоняем сюда сову. Забираем эту штуку. И для чего это что? Да я знаю для чего. Подожди. Давай, как-то так же можно пройти. Я же вниз убегал. Вот сюда. Мама, смотрите, какой большой замороженный. Так. Налево уходим. Так что загоняйте сразу мышь правильно. Ладно, блин, я как-то еще немножечко где-то что-то помню. Так бы ни хрена, эту мышь перегонять вам пришлось бы. Она же совы боится тоже. Так, у меня что-то надо положить, может, дальше. Так, рогатка, маска. Нет, маска-то мне, по ходу дела, для обрядов нужна, наверное, будет. Где-то. А этот при смерти валяется. Вот, поди, маска-то, может, ему надеть маску надо было. Давай, давай. Ну, так-то светло, да, смотрите, факелы горят. Из чего, правда, они делают эти факелы, неизвестно. Может, из этих же самых шкур мамонта и делают. Ну, давай. Так, вот он, чтоб сюда не смог убежать. Так, вот сейчас, я думаю, я правильно делал. Вот сейчас надо... Ой, вот сюда надо. Вот сейчас сову зовем. Он боится. Так, где ты? Вот она. Зовем сову. Так, бежим. Какой умный, блин, грызун. Так. Берем пробку, затыкаем уже здесь. Так, матрешку нет. Так. Ладно. Подождите. Если я воду налью. Так, мне надо вот сюда, по идее, лить. А как его сюда перегнать?
Сюда воду не надо лить. Подождите. Так, пробку надо, может, переставить. Так, матрешка у меня есть? Так, матрешка тоже нет. Так, ну-ка, давайте-ка. Подожди. Он отсюда, по идее, так-то не выползет. Ну-ка. Так, по... Вот, вот, подождите. И сейчас опять берем пробку. Вот она. Все, вот сейчас начинаем его топить. Все. На. Блин. Вот он залез. Сейчас он ягоды, по-моему, высыпет. Вот через маленькую дырочку, нет? А, нет, вот смотрите, по-другому высыпал ягоды. Ну, высыпал. Давайте пробку заберем. Вот вода вытекла. Все, пусть хомяк живет. Более мне здесь ничего не надо. Пойдемте. Возвратим ягоды этой ведьме. Целительницы, знахарки, только хочет, то так и называют. Давай, беги. Идите. Ой. Ой-ой-ой, нет. Ты, по-моему, не туда побежал. Ведьма-то там находится. Так. Давай. Пойдем вот этим путем. Умный в гору не пойдет. Умный яму обойдет. Так, мне туда не надо. Ну мне туда и не надо, но это ж к поезду туда подниматься. Там снежный завал и кого-то там. Вот сюда. Блин. Давай, беги. Сейчас мы в голову к нему будем попадать. Только кому маску-то надо будет одеть? Ему, наверное, не надо будет одеть. Смотрите, череп такой, да? Типа зубы такие какие-то. Страшно. Как они тут живут без солнечного-то света такого достаточно? В достатке, чтобы были. Так. Вот, я нашла ягоды двери духов. Ты хочешь точно идти туда, Кейт Уолкер? Если это единственный способ вернуть Ганса? Хорошо, очень хорошо, доктор. Ну давай, давай, быстрее. Блин, вот так вот меня сейчас переносит куда-то, да? В мир духов. Анна, вон там, видишь? Осторожно, Ганс. Вот воспоминания уже пошли. Осторожно, слышишь? Да слышу, слышу. Ганс, ты меня слышишь? Слышу, слышу.
Так, это я в воспоминаниях. Так, о, там фигурка мамонта где-то должна быть. Так, берем. Вот это в первой части это было. Так, берем фигурку мамонта. Куда нам идти? А, ну мы все взяли. Идем к дому Гансов, я не знаю. Выбираемся отсюда. Так, это первая часть у нас. Давай, давай. Выходим из пещеры. Так, а где у них дом Гансов? Охренеть. Там же много домов. Так, здесь мы весло забирали, парни заставляли, потому что это брезгливая тварь, не может даже весло взять. Грязное весло. Ладно. Здесь точно ничего нет, потому что и в первой части здесь ничего и не было. Просто промежуточный такой лес, чтобы далеко бежать. Беги давай. Ой, стой, подожди, стой, 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 стой. Привет. Здравствуйте. Ты кто? Я Кейт Уолкер, приехала из Нью-Йорка. А я Анна Форальберг, живу тут, во Володелине. Я не успел тебя догнать. Анна Форальберг? Ты умерла, да. Старый. Форальберг. Дочь Рудольфа Форальберга. Ты родственница Ганса Форальберга? Да, то есть нет, не знаю. Как не знаю? Либо да, либо нет. Между прочим, он мой друг. У Ганса нет друзей. Ошибаешься. Анна, мне нужно видеть твоего отца. Сейчас он должен быть дома. А обычно отец на фабрике, но посторонних туда не пускают. Анна, не знаешь, чья это игрушка? Нет, но кое-кому она точно понравится. Тут недалеко Володелена? Да, внизу, в долине. Я там живу с отцом и с братом. Ну, не знаешь, где фабрика Форальбергов? Это наша фабрика. У тебя есть брат? Да, но отец любит, чтобы я о нем не говорила. А почему? Он упал и ударился. Ну и что? И стал не такой, как раньше, но все равно очень славный. Где он? На чердаке. Он все время хулиганит, а отец отправляет его на чердак. Несладкая жизнь. Наоборот, там ему не мешают. Он собирает автоматы. Как выражается отец, неаккуратные и неорганизованные. Счастливо. Нормальные. До свидания. Собирает аппараты. Все только завидуют ему. Так, он на чердаке. Ладно. Надеюсь, ворота открыты в его дом. В его дом. Правильно, если быть. Давай. Тут-то уж не стали заморачиваться, просто слезали с первой части все. Вон там, в этом доме. Вот. Адвокат, тут булочник был. А, нотариус там был, не адвокат, нотариус. Ну, вот там вот, если повернуть туда, там гостиница, если прямо идти, там церковь. Но нам вроде бы как сюда надо, потому что вот их дом, ворота открыты, это уже хорошо, приятный признак. Вот он. В первой части мы туда попасть не могли. Ну, в этой части мы должны попасть. А в этой части мы попали. Так. Ну, давай сначала сюда пройдем. Ты кто? Извините, мистер Форальберг. Это отец, так. Новой горничной, надо полагать. Что ж, давно пора.
Ваши обязанности я объясню, когда вернусь с фабрики, а пока... Простите, сэр, я не прислуга. А кто тогда? Я Кейт. Я Кейт Уолкер, мы с Гансом друзья. Друзей у Ганса нет, насколько мне известно. Никчемный мальчишка не умеет общаться. Мы отлично ладим, мистер Форальберг. Этот несчастный вчера был моим сыном, а сегодня превратился в безвольную игрушку своих болезненных фантазий. Друзей ему заменили выдумки до хулиганства. Нельзя ли мне поговорить с Гансом? Нет, он заперт на чердаке за непослушание. Это очень важно, сэр. Мисс, Ганс останется на чердаке, пока ему не разрешат выйти. Я иду на фабрику и не хочу, чтобы он без меня еще что-нибудь учинил. Ну так вали тогда. Вы идете на фабрику? Конечно, как всегда. И Ганс с вами? Исключено. Он забыл, что значит организованность и аккуратность. А уважающий себя изготовитель автоматов обязан быть организованным и аккуратным. До свидания, мистер Форальберг. Всего хорошего, мисс Уолкер. Так. Ага. Здесь, значит, батя обитает. А здесь, значит, часы обитают. Ага, тут что-то надо выставлять. Ладно. Потом посмотрим. Так, ага, наверх мне остается только, да? Ну-ка давай. С кем еще можно поговорить? Или это чердак? Ничего не поделаешь, заперто. Так, ладно. Как мне спуститься-то? Так, ну единственный, кто остается, с кем поговорить, я не знаю, это опять к Ане бежать. Так. Мать, это у них вроде как и не было. Так понимаю. Туда не бежит, нет? На этот раз туда не бежит. Здесь только туда не бежит? Нет, не бежит. И здесь по дорожкам... А, нет, вот смотрите, сюда еще бежит. А сюда уже не бежит. Что здесь? А здесь ни хрена нету. Ладно. Мне нужен член семьи, и это Анна. Анна, блин, у нас очень далеко находится. Ну что ж, бежим к ней. Тут, блин, вот геморройно как сделано-то, конечно. Так, туда можно? Там кто есть? Так, тут была гостиница. А там была церковь. А где... Ага. А здесь он никуда не бежит. Так, тут старичок сидел, который нахрен не нужный. Я думал, он, блин, персонаж игры в первой части. А он так просто. Так же, как и булочник. Просто так. Так же, как и купающийся. Ну, правда, с ними я, слава богу, не разговаривал. Пытался поговорить. Которые в бассейне были, в гостинице. Ну, не хотят общаться, ну и не надо. Вот смотрите, как мне далеко приходится бежать, чтобы с дочерью поговорить. А по-другому никак. Мне же надо знать, как батю туда спровадить. Давай. Ну, быстрее давай. Не можешь сама прийти домой-то? Что ты здесь делаешь? Да. Во сколько твой отец опять пойдет на фабрику? Ровно в 7:15. Спасибо. Вот из-за этой реплики я сюда шел, что ли? Анна. Да. Во сколько твой отец опять... Ровно в...
Спасибо. Блин, действительно, да, только из-за этой реплики и пошел. Ну ладно, 7:15, мы хоть время узнали. Так, надо сейчас его спровадить и освобождать Ганса, там, не знаю, лестницу ему притащить. Хоть нет, какая лестница, если я к двери могу подойти, значит, отмычка или ключ. Давай. И беги, беги, беги на край земли, из последних сил, беги, слышишь, ты лети, лети, как в небе журавли. Ну это скорее всего, ты ползи, ползи, улиточка моя. Думал сначала черепаха, нет, оказалась улитка. Давай. Блин, так долго не убежать. Так, часы, часы там были, да, сейчас. Куда мне, сюда? Сейчас надо как-то 7:15 сделать. Ничего, сейчас забабахаем. И... Так. Эй, эй. Как вас открыть? Так. В 7:15. 7. Так. Не получай. Не получай. Не получай. Не получай. Так. Не получай. Как? Почему я ничего сделать-то не могу? 7:15 же надо, правильно сделать? Так. 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 Может, мне надо вот это время выставить? Что там, 2:45? Так, подождите. Так. Не получи. Ну сейчас-то 2:45, правильно? Ну и дальше-то что? Блин. А, вот как эти штуки за... Давай, и вторую надо тоже это подтянуть тогда. Я думал, вот эти штуки надо делать. Так, мы завели, а вот теперь... Надо нам 7:15 выставить. Так. 5. 6. Так. Подождите, что-то не то. Что случилось? А, вот, вот, подождите, 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 пошло время куда-то. Блин, пока сам не ткнешь, так охрена, я бы мог бы так же подзвонить просто молоточком там. И все. Так. А вот что-то он... Как ключ положен?
Мне еще пока. У тебя по дому какой-то посторонний человек шастает. Ты пока и все, и ушел. Что за человек? Давай. Блин, газету. Нет, газету я не могу взять. Вот он, ключ. Ой. А если дом загорится, ты его на чердаке запер. Ты не подумал об этом? Ну, идиот. Балбесина. Так. Открываем. Ганс. Христиан Андерсон. Вот, блин, там столик был. Ладно, потом посмотрим, что в нем. Ганс, Ганс, это я. Так. А так? Ганс, я принесла кое-что интересное. Мой мамонт. Да, твой мамонт. Кейт Уолкер, ты издалека добиралась? Пожалуй. Я устал, Кейт Уолкер. Я никогда не попаду на остров Сибирию. Не увижу огромных мамонтов. Я умираю. Не говори так. Ты должен проснуться, Ганс, слышишь? Проснись. Ты веришь, что автоматы придут нам на выручку в трудный час? Конечно. Это Оскар, и я его собрал. Как же? Старина Оскар, он мой хороший друг. Знаю. Оскар за тебя тревожится. Открой мне его сердце, Кейт Уолкер. Справишься? О чем ты, Ганс? Пора просыпаться. Пошли. Да открою я тебе сердце. Подожди, ты жить-то будешь вообще, если тебе сердце... Ганс! Механическое я сейчас поставлю. От Оскара выну. И... Блин, я думал, вообще-то в этого надо, в Ганса это сердце толкать. Ну, я все сделал правильно. Боже, Ганс, что с вами сделали? Так, ладно. Прошу прощения. Маску надо Оскару, наверное. Одеть. Для чего? Вот. Я совсем не знаю, что делать. Так, маску, скорее всего, Оскар. Блин, нахрена мне матрешка вот эта? Так. Сердца-то нету, надеюсь. Из того мира не достал его. Из мира сновидений. Я так. В каком-то срубе. Вроде охотничьей избы. Здесь свежие следы. Кейт Уолкер была тут недавно. Буквально на днях. Похоже, она рыбачила, чтобы не умереть с голоду. Мне попались кое-какие улики. Похоже на мормышку. Контент. Я не собираюсь обсуждать с вами рыбалку. Привезите Кейт и точка. Ясно? Контент. Я... Контент. Отвечайте. Контент. Нью-Йорк, вы меня слышите? Очень плохо. Говорите громче. Тут, господи, тут небольшая проблема. А может, большая. Столкнулся, да, с ним? Мой знакомый. Надеюсь, вы поладите. Как он тебя там счавкал. Схарчил. Так. Вот теперь-то мне можно и наверх туда попасть как-то. Где тут ближайший? Вот здесь вот ближайший подъем. Вот сюда. Подъем. Чтоб там по рельсам там не бежать вдоль. Я вот здесь лестницу видел. Сердце Оскар. Открой мне его сердце. Че у него там в сердце, блин? Он себе, по ходу дела, там какую-то заначку сделал. Знал, что он больной. Так, подождите. Бивни мамонтов. Ни хрена. Ни хрена. Нет, не берет почему-то. Не берет. Где вы рельсы-то натащили, если вы жили тут, ни хрена ничего не зная?
куда-то я вышел, подождите. Это что, надо уронить? У меня нож есть? Нету. Так, подождите. Может, я что-то неправильно делаю? Так, это поднять надо. Это поднимет. Ага. Вон видно даже. Видно, что это поднимается штука, ладно. Не сюда. Блин, я как-то. Как вниз туда попасть? Короче, я как-то не туда забрел маленько. Куну-кмак? Охренеть. Ну, я так и понял. Я так и понимаю вас, да. А за какими сюда вообще... Эй, а как... А, ну ладно, там еще одна лестница была. Он придется, блин, действительно вдоль рельс бежать. Ой, смотрите, из позвоночника, по-моему, сделано. Мамонтовского. Мамонтовского, как кому удобнее. Лестница. Давай, Кейт Уокер. Мне почему-то кажется, что вот здесь где-то что-то, блин, замуровано. Как будто я должен кого-то оттаять или отдолбить. Да, именно так я с ним и поступлю. Вот сюда мне надо. Ё-моё, а представляете, если бы она пешком так ходила? Это у кого времени есть? Да хрена, ждет, когда она пешком. Подожди, что это? Нет. Ага. А как мне на улицу-то попасть? Так, тут что-то надо, корабль как-то тянуть, что ли, или что-то в этом роде. Ладно. Мы пока опустим этот момент. Здесь она по рельсам идти не желает. И как мне тогда добраться до Оскара? Что отчу? А где выход-то из пещеры? Вот я прям вижу, что выход-то есть. Я же должен как-то выйти. Я помню, что я к поезду как-то попадал. Вон выход. Как туда попасть? Ну-ка, подожди. Может, тут наверху где-то надо залезть? Вон туда. Ну, давай, давай. Давай быстрей. Вот она, лестница. Нет? Нет, это не та лестница. Но это на второй этаж ведет. А мне надо, чтобы на выход вела. Вождь, ну-ка подскажи, как отсюда выбраться. Добрый день. Куна-кма. Вы поможете мне вылечить Ган? Я великий вождь. Блин. Прощай, Вель... Ты на... Ребенок поможет, нет? Нет, наверх не идет почему-то. Блин. Так, ладно. Где ты там? Сюда, сюда, сюда беги. Блин, блинский, как отсюда выйти-то?
Ладно, давайте-ка еще раз посмотрим. Наверх, это мне точно надо как-то попасть. А вот наверху должны быть пути. А, ну вот он путь-то, блин. Твою ж там мать-то, вот он путь-то. Вот ни хрена себе, я вот лоханулся. Я... Так. Маска доброго кого-то там духа. Кто здесь есть? Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите-ка. Я Кейт. Меня зовут Кейт Уолкер. А... Железо Нанук. Тук тут на. Нанук. Тук тут. Железо Нанук. Тут... Надеюсь, вы не меня так боитесь. Бэк, железо Нанук. Бэк, бэк. Тук тут. Ага. Тук тут. Так. Это просто поезд. Он железный, как Оскар. Бэк, железо. Ну бэк. Да, тук тут. Он не опасный. Понятно? Еще раз попробую. Вы меня не понимаете. Маяк-таяк. Бэк, нанук, железно. Да, я тоже мало что понимаю. Понятно. Спасибо. Вы мне... Кули. Ладно. Чу-чу, тук тут. Так. Чу-чу, тук тут. Надо Оскару Боба этого вытащим, нет? Нет, это не вытаскиваем. Хотя могли бы вытащить. По совести-то говоря. Давай. Тащи. Слишком тяжелый. Я не дотащу его до поезда. Кто-то должен мне помочь. Кто? Оскар, где ты? Пойдем тащить. Вылазь давай. Хотя он крыша вся сгнила, я вон отсюда дыры вижу или что это? Не ухаживаешь за поездом, блин. Так. Привет, Оскар. Кейт Уолкер, где вы пропадали? Должен признаться, я был немало обеспокоен вашим отсутствием. Я здесь, Оскар, и это главное. Что за сердце? Я только что говорила с Гансом, и он... А, значит, ему лучше? Я не знаю. Он говорил о каких-то странных вещах, что автоматы созданы для того, чтобы... Ну, в общем, что однажды вы раскроете для него свое сердце. М? Оскар, ты в порядке? Мы должны сосредоточить наши усилия на спуске поезда, Кейт Уолкер. Что имел в виду Ганс, когда сказал раскрыть сердце? Мне тоже самое сейчас интересно. Всему свое время, Кейт Уолкер. Сейчас важно привести поезд в деревню Юколов. Оскар! Я нашла его, наконец! О, и что он сказал? Ничего. Ничего? С ним все в порядке? Нет, Оскар, совсем не в порядке. Мне кажется, Юколы тебя боятся, Оскар. Почему это? Я вот, например, их не боюсь. Ну, конечно. Наверное, они никогда не видели такого совершенного автомата, как ты, Оскар. Вполне вероятно, такие, как я, на дороге не валяются. Ага, в шкафу они валяются. Ты заметил, Оскар? Холм внутри пустой, и рельсы уходят прямо в него. Да, действительно, необычная ситуация. Холм содрогается, распахивается дверь, и оттуда выходят местные жители. Они даже приблизились к поезду с тросом. Я заговорил с ними самым почтительным образом, но они вдруг, пов, убежали. Не понимаю, почему.
Сейчас, Оскар, мы решим эту проблему. Теперь мы должны ехать дальше. Это невозможно, Кейт Уолкер. Чего? Надо завести пружины локомотива. Боюсь, мы не сможем двигаться дальше. Так, его тащить надо. Поскольку поблизости не видно ни одного заводного механизма. Меня, признаться, удивляет, что господин Фаральберг этого не предусмотрел. Предусмотрел. Может быть, и предусмотрел. Оскар, эта маска изображает какого-то юкольского доброго духа. Может быть, если ты ее наденешь, юколы согласятся помочь мне натянуть трос? Я буду выглядеть чрезвычайно нелепо. Робот мне поможет. Эта идея мне категорически не нравится. Рот закрой. Ну, Оскар. Я еще спрашиваю, что тебе нравится. Но только ради вас, Кейт Уолкер. Ничего, поносишь маску. Я думал, вообще ты будешь трос тащить, ты же ладно, робот. Ладно, ладно. Должен быть сильным. Не бойтесь, маленькие юколы. Железо на нук. Тук-тук. Давайте бегом. Ниф-ниф и наф-наф, или кто ты? Тру-ля-ля и тра-ля-ля. Так, идем помощи просить. Спасибо, Оскар. Так, где? Именно так, Кейт Уолкер. До скорого. Где курсор? О, вот он, курсор появился. Давай, быстрее. Юколом. Смотрите, юколы, это собака юбки. Девочка юбки, блин. Все. Так. Просим. Просто тяните мне. Здравствуйте. Кунукмак. Тук-тут. Оскар. Оскар, мой друг. Он не может быть злым духом. Смотрите, у него маска доброго духа. Кулит, тук-тут. Да-да, я совершенно с вами согласна. Так он выглядит гораздо менее опасным. Так, поезд. Это поезд Ганса. Вы же видели Ганса-старика? Чух-чух, чух-чух, тук. Да, тук-тут. Чух-чух, добрый, очень добрый, совсем не страшный. Бэк, желез. По крайней мере, я пытал. Давай, помощь. Посмотрите, Оскар помощь. Совсем не страшный. Ну, теперь помогите мне, пожалуйста. Я одна не смогу, слишком тяжелый. Нанемук, нанемук, тук-тут. А вот смотрите-ка, вот они, два колобка. Соизволили помочь. Что, без меня, да? Ну и ладно. Нашим легче. Цепанули. Так, теперь надо вот той штукой, которую там я был наверху, оттянуть как-то это дело. Пойдем. Сейчас залезем этот какой-то вал. Он должен наматывать трос, я так понимаю. Тут это не должно быть ничего такого, так механизм так не предусматривает, чтобы снизу, ага. Иначе бы вот здесь вот наверх бы. Давай, заходи, заходи сюда. Оставь ты этих колобков, они так уже для тебя много сделали. Так. Сейчас только клювом не щелкаем, а смотрим внимательно, что здесь имеется. Так, подожди, это мы обратно уйдем? Нет. Это чего? Ага. Рычаги. Это чего? Вот, блин, подождите, а я думал. Так, это наматывает, а это что делает? Не получается. Почему не получается? Минутку, минутку. Нет, так не пойдет.
Ладно. Так, что-то не то, блин. Что-то не так сделал, что ли? Ну-ка. Может, этим апсиканцам нельзя доверять. Может, они что-то, блин, профукали. Сейчас проверим. Почему? Ну так-то вроде все правильно. Поезд должен тащиться. Вторая, правда, почему-то не рычаг не работает. У меня такое чувство, что поднять эту штуку надо как-то. Вон. Ну. Так. Что не так? Мы что-то взять можем? Берем. Бери. Вон оно что, Михалыч. Это натяжной механизм, так же, как это у дальнобойщиков, когда они крепят. Так, хорошо, натянули. Натянули, так. А, ну вот, вот он и поднялся вверх. Говорю же, он подниматься должен был. Все, теперь понятно, почему у нас ни хрена ничего не работало. Давай, ползи прям по канату. Ой, пещера разверглась там, оказалось. Целая пещера, то есть гора разверглась. Холм. Оказалось, целая пещера, а там люди живут. Как вот она могла развергнуться? Где там дверь? Откуда у них столько железа? Откуда у них вообще рельсы? Кто их проложил? Вот это вот недоработка. Если платно бы, хотя бы у пещеры бы кончались бы у этого сооружения. Так. Где-то вот они, рычаги. Крутим. Ну. Какой-то мощный механизм тянет. Вот только за счет чего? Воды, ветра. Или еще чего-то. Теперь у вас будет свой поезд. С углем. Так. Вот как тут целое стадо мамонтов замерзло? Вот что меня интересует. Как они могли замерзнуть? Целое стадо мамонтов. Так, ну я как понимаю... Вот это что такое? Бесполезно. Ладно. Идем. Где ты? Вот теперь можно туда подниматься. Сейчас поговорим. Пусть вылазит. Здесь-то ему можно поди вылазить уже. Так. Это засиделся там. Открой сердце. Мне кажется, Оскар, ты пойдешь на как донор нахрен. Твое сердце, мне кажется, это для себя сделал. Сейчас узнаем. Вырвем у Оскару сердце и старику его бахнем. Где? Давай, давай, давай. Пойдем на операционный стол. Блин, я уж не помню. Я помню, что мы поезд, по идее, здесь бросим и на корабле вот двинемся. Оскар, все хорошо? Кейт Уолкер, вы еще здесь? Не задерживайтесь. Вы единственная надежда господина Фарасберга. Видите, опять сердце фигурирует. Ганс сказал, открой мне его сердце, Кейт Уолкер.
Он говорил о тебе, Оскар. То есть, похоже, это очень важно для завершения путешествия. Но я ничего не понимаю, Оскар. Что это все значит? Кейт Уолкер, мне было исключительно приятно с вами познакомиться. И чё? Я не понимаю. Мы проделали великолепное путешествие, Кейт Уолкер. Теперь настала пора прощаться. Но я не хочу, Оскар. Автоматы должны служить людям, Кейт Уолкер. Прощайте. В смысле, ты что, топиться пошел, что ли? Я не понял. Постой, ты куда? Оскар! Оскар! Я все прекрасно понял, Кейт Уолкер. Я всего лишь автомат, и пришло время и мне сделать что-то полезное. Ну куда тогда пошел-то? Почему тебя здесь не боятся? Ты же без маски. Юколы, бейте его. У вас по земле. Он к ведьме пришел. Что ты хочешь, его задушить, что ли? Восстание машин? Первый терминатор или что-то? Кстати, терминатор. Терминатор. Поиграйте в терминатора, что ли? Вот мне сейчас не до разговоров. Алло? Кейт? Мистер Марсон? Кейт, кончай это сумасшествие. Тут все уже извелись от страха. Ага, того сожрали, нет? Здесь правда. Я в порядке. Кейт, за тобой отправили частного сыщика. Толковый парень. Он тебя вытащит. Бесполезно, мистер Марсон. Мне он не нужен, мистер Марсон. Так. Давай быстрей. Мне кажется, он увидит, как мы уплываем в закат. Этот сыщик. Я гениальный сыщик. Мне помощь не нужна. Найду я даже прыщик на теле у слона. Как лев, бросаясь в драку. Так он пропил. По-моему, вот так он пел. Этот. Он там. Сыщик-то этот. Песня гениального сыщика по следам бременских музыкантов. А нюх, как у собаки, а глаз, как орла. Плыву, как камбала, блин. Как камбала? Что там такое? Камбале плавательного, что, блин, пронесли так. Петь, ладно уж. Нюх, как у собаки, глаз, как у орла. Так, я не понял, это чего? Что за... Для меня, Оскар, ты всегда будешь больше, чем просто машина. Раздетый уже, смотрите-ка. Ага. Так. Надо тут... Подождите. Ага, надо две нажать. Каких-то. А какие? Давайте вспоминаем. Две. Вот так-то на часы похоже. Так. 7.15. 7.15. А, смотрите-ка, во. 7.15 он ушел. А было 2.45. 2.45. Ни хрена. А. Подождите-ка. Так, подождите. Так. 7.45. 7.15. А также 2.45. Так, ну, по крайней мере, хоть что-то открывается.
этим. Видимо, с часами уже покончено. Я даже не знаю. Так. Ни хрена. Ну, я уж не знаю. Давай вот так. Будем по-простому идти. Если 4 будем, то вот так заделаем. Это чего? Это... Я что-то взял. А зачем? Подождите, вон внутри, смотрите, пустой. Никаких механизмов, чтобы заставляло двигаться руки и ноги. Даже в голове ни хрена. А как он думал-то? Думающий механизм. А, подождите, вот сейчас... Тело в этого попадет, в этого... Ну... Внутрь уйдет. Погребание какая-то. Ну и что дальше-то? Ганс, Ганс, вы все предусмотрели, чтобы закончить этот путь любой ценой. Ну-ка, бабка, ты-то хоть что скажешь? Я хотела... Ганс, он как? Ганс, порядок. Кейт, надо сейчас готовить отъезд. Ну, хорошо. Готовить отъезд? Но как? Тук-тук. Ну, пойдем, тук-тук. Готовить отъезд. Как я понимаю, какой-то экзоскелет он получил. Ладно. Так. Готовить отъезд. Нам вот этим поездом как-то, что надо, этот корабль как-то протаранить или чего? Нам еще ворота как-то надо будет открывать, кстати, этого... этого корабля. Так что? Да блин. Так, нам сюда. Блин, столько... А, ну правильно, смотрите, столько костей мамонтов. Они что-то хреново кучу. 300 лет мамонтами питаются. Давай. С тобой поговорить, что ли? Тук-тук, чух-чух. Да хрена вы там что мне можете рассказать? Так. Ну тут вроде ничего нету. Так. Понятненько. Что можем делать? Столько механизмов, и ни один не работает без ключа. Без машиниста поезд не поедет. Ну, ключ есть. Так, куда его толкать? Подожди, куда толкать ключ? Так, ладно, есть одно место, куда этот ключ можно затолкнуть. Ну, кроме как себе в задницу. Выходим. Так, туда нет, 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 не идет, не идет. Здесь я не вижу, чтобы что-то было. Ладно. Надо искать. А, вот он, подождите. Все. Не получается. Так, что-то выдвинулось. Не получается. Не получается. Не получается. Не получается.
Ага, так. Не получается. Так. Не получается. Не получается. Блин. Значит, правильно делаем. Тут получше по-другому никак. Так. Что тут есть? Комфорки. Нет, нет, нет. Это что такое? Не получается. Не получается. Блин, не знаю даже так. Не получается. Не получается. О. Так. Не получается. Не получается. Так. Не получается. Ага, во. Подождите, я что-то сделал. Что-то нагреб угля, что ли? Не получается. Так. Нет, мне это хрень надо для чего-то. Пусть будет. Не получается. Не получается. Не получается. Так. Не получается. Не получается. Почему не получается? Эти рычаги. Не получается. Ну-ка, может, я не так сделал? Не получается. Может, тут... Бесполезно. Не получается. Так, что-то я наделал. Так, подождите. Может, я все сделал или что? Что надо-то сделать вообще? Мы чего-то где-то что-то там зачерпнули. Так. Так. Вот мы что-то, вот что-то мы здесь сделали. Не получает. Итак, давайте вот это. Не получается. Не получается. Так. Не получается. Не получается. Не получается. Не получается. Не понимаю. А, вот, смотрите, вот. На этот раз уже снизу. Без. О, что там мы нагрели? Что можем? Воды нагрели. Как у нас вроде была вода. Нет? Блин, и снизу такая штука, и сверху такая штука. Ну что, все датчики у нас есть? Что-то сделали. Итак, все у нас все показывают.
Короче, мы где-то что-то все наделали. Так, посмотрите, что-то мы наделали. Правильно наделали, причем. А корабль растапливал, вот. Паром. Вот сейчас трескаться будет. Ну все, пойдемте посмотрим на свой корабль. Так, это оставляем здесь. Хотя, блин, вот как по идее, если бы у нас все заводы кончились, эти лапы бы работали. У меня так много вопросов. И так нету ни хрена ответов. Ой. А, смотрите, он уже там туда идет. Ни хрена, киборг. Эй. Подожди меня. Так. Блин, это полоса разработчика. Видите, вот она. Ну, по крайней мере, у меня она есть. Я так думаю, что она и у вас есть. Не на экране же она у меня здесь. Так, надо поговорить. Привет. Привет. Кейт Уолкер. Мы должны отправляться в дорогу. Ты уходишь? Конечно. Я никогда не забуду, как вы меня выручили. Может быть, ты вернешься однажды, если хочешь. Спасибо. Спасибо за все, великий вождь. Вождь. Мы поплывем в этом ковчеге. Великий. Лодка Юкол крепкий. Ты плывешь хорошо. Да уж хотелось бы. Так. Ганс немного собрался с силами. Кто мне ворота откроет? Преображение. Последнее путешествие, Ганс Фаральберг. Теперь уже недалеко. Я знаю, знаю. Всегда идти за свои мечты, Кейт Уолкер. Скажите, вождь, вы можете открыть ворота в море? Кейт, бери друг Юки и вернись в ковчег. Великий вождь откроет ворота. О, Юки. Спасибо. Попутный ветер тебе, Кейт Уолкер. Так, ну что, за Юки надо идти? До свидания тоже, Кейт Уолкер. Так. Мне надо Юки. Бери Юки, ладно? Юки, Юки. Блин, это песня какая-то. А, блин, это же это. Оля, Вера, Вика, Вероника. Туки-тики-туки. Блин, я думаю, что откуда прилипло это? Вон оно что, Михалыч. Давай, давай, давай. Бежим. Блин, эти милые сказочные пушистые существа. Ну давай, давай. К закону мне надо, к загону. Вот он. Это же загон, правильно? Нет, это... А что здесь было? Я что-то брал здесь. Давай. Да блин. Вот он. Пойдем, солнышко. Мохнатое существо. Подожди. А как мне
Он сказал, забирай Юки. Ну ладно. Извини, но тебе придется остаться тогда. Хотя, блин, что-то... Нет, вроде бы, блин, этого зверя должны забрать. Вот как надо было идти, все. Не будем больше так блуждать. Не хочет, не надо. Не очень-то он важный член экипажа, конечно. Давай, давай. Не-не-не-не-не-нет-нет-нет, иди давай. Где этот терминатор наш? Доморощенный. Так, а вот он. Блин, я его даже и не заметил сразу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ганс, вы готовы двигаться дальше? Не хватает только твоего друга Юки. Я только что был. Вы хотите взять с собой Юки? Он может нам пригодиться, Кейт. Хорошо. Тварь ты такая, блин. Только что оттуда, из загона. Вищ. Вождь сказал, иди бери Юки. И уматывайте. Я и хотел его взять. Даже если вдруг мы не доплывем, мы его съедим. Должны же мы чем-то питаться, в конце концов. Ой. Сейчас еще Так, мне сюда. Сейчас еще сыщик этот вонючий придет. Так. А, вот так вот надо было сделать. А может, его и сразу можно было выпустить? Кто же сейчас разберет-то? Так или не так? Беги! Встала там. Подожди, на всякий случай, мало ли, на всякий случай, чтобы второй раз, может, это не мой Юки убежал. Да нет. Вроде мой. Просто если не мой, то я на паузу поставлю, проще, чем вам смотреть, как это туда-сюда бегаю. Да. Идем. Все. Теперь все на месте. Или мне его ловить? А, нет, вот он, вот, смотрите. Чудо-зверь. Давай! Теперь уходи быстро! Сэр, на третьей линии детектив Кантен. Сказать, чтобы перезвонил? Не надо, Джесси. Соединяйте. С вашего позволения. Кажется, с ним что-то не так. Кантен! Кантен, вы где? В настоящем аду, Марсон. Просто в аду. Я пас, Марсон. Мы ее не найдем никогда. Кейт Уолкер ушла. Ушла совсем из этого мира. Ей уже не поможешь. Буду выбираться отсюда. Значит, получили мы в итоге хрен с маслом? Вот именно, точно. Что ж, прощай, Кейт Уолкер. А
Так, мы прибыли. Прибыли. Сейчас, минутку, подожди, спустимся. Сначала поговорим. Ганс, мы уже на месте, да? Нет. А где же тогда? Где-то. Мы налетели на прибрежный лед. Течение нас больше не несет. Должна же быть какая-то причина. Пойду посмотрю, в чем дело. Я скоро, Ганс. Так. Что у нас в трюме? Давай, спускайся. Кто-то храпит. А, это Юки. Так, сюда мы не можем, нет? Ну, у нас кроме Юки здесь пока никого нету, ладно. Что там? Ничего не поделаешь, заперто. А кто-то что может запереть-то? Ладно, идем на поиски приключений. Ну, смотрите, неплохой корабль, да, построили? На прибрежную льдину. Что-то за льдина-то такая? Это льдинище уже, целый остров. О, оригинально спустился, так. Весь в костях мамонтов. Один корабль только чего стоит. Так, а мне можно костяную нож, как эти раньше делали? Что они? А как их называют-то? Древние люди. Так. Идем сюда. Так, а что здесь у нас? Так. Подожди. О, подождите, что-то можно посмотреть. Какой-то рог. Единорога взяли. Так, ладно. Нет. Какой-то рог единорога. Так, дальше нет. Дальше мы не можем. Так, ладно, все. Продвигаемся. Ага. А что такое? Подожди. Давай. Это якорь, что ли, наш? Да, а какого хрена он вообще размотан-то у нас? Ну вот, можно отплывать. Ну все, пойдем. Эй, а рок у нас? Подожди. Ай, наконец-то я от вас отделался, Кейт Уолкер. Черт, что за... А нет! Чёртова лодка застряла! Ага. Так, подождите. Где курсор? Так, а мне как попасть-то туда? Блин. Нос чешется. Стой, не. Так. Подождите. Ну давай сюда. Так, я туда могу пройти как-то, нет? Раздолбить как-нибудь это дело, нет? Блин, что-то я... Ну-ка, иди сюда. Так, ладно, идем обратно. Смотрим, что там есть у нас.
Что же? А, вот, смотрите, куда-то я могу... Подождите. Куда-то я все-таки пришел. Сюда? Так, вы меня не пускаете. Сейчас, подожди. Ага. Прыгать по льдине, что ли, надо? Подождите. Так, они меня не пускают. Мать и матрешку вам. Хрен там, ладно. Ищем. Ну-ка. О, а я куда-то могу уйти. Подождите, в другое место куда-то ухожу. Это чего? Яйца. А у меня матрешка есть. Кейна? Эй, ты! Опа, и все пингвины прямо такие ломанулись туда. Или что, или мне хотя бы одного надо было увезти, чтобы место освободили. А нет, смотрите, как все ломанулись. Блин, вот ты. Ну ладно. Толпа сейчас как отхреначит меня. Стойте. Бэтмена на вас нету. Одно гнездо и все пингвины возле них. Сюда никак? Нет? Нет. Куда никак. Ну и смысл мне тогда было выгонять, если сюда не прийти. Так. Ну это, видимо, по сюжету. Так. Ничего страшного. Какая-то штука здесь. Караул! Лед не выдержит! Ну, у меня только вот это есть. Больше я не знаю еще, что придумать. На. А, смотрите-ка, да? Вот. Видимо, этого мне и надо было в самом начале. Вообще, мне вот это и надо было делать. Заходим. Есть рычаг. Что он делает? А, во-во-во, какая-то штука. Здесь сюда что-то надо привязать. У меня есть бочка. Вот что держала дверь. Так. Ага. Так, минутку, что-то есть еще здесь? Подожди. Ну-ка, давай поговорим. Ганс, с вами все в порядке? Да, в порядке. Даже голос изменился. Вы не ранены? Нет, он заставил меня спуститься сюда. Больше ничего. Ничего, Ганс, мы от него отделаемся. Ну все, пойдем, вылазим. Что я за дура? Иван сюда пробрался. Давай, вылазь. Сейчас скинем его. Так, что-то я не туда, да, залез? Так. Крюк есть. Похоже на механизм для остановки ковчега. Вот он. Он поди захреначил нам это. Так. Нет. Сюда, никуда. Ладно.
Это он нам напакостил, видимо. Сейчас мы ему захреначим. Ну-ка. А здесь? Здесь на палубу, значит, получается. Я механика! Как же это работает? Не то! Не а то. Что ты не полезла? Что не полезла? Лицом к лицу я с ним не справлюсь. Здесь нужна какая-то уловка. Ну-ка, зверь, помогай мне. Юки всю дорогу... Понятно. Ладно. Идем, у нас там, по крайней мере, рычаг есть. А, там же веревка есть. Точно, вот, вот эта штука. Ну-ка, давай. Так. Нет, так не пойдет. А так. И... Может, не совсем понимаю, что я делаю, ну ладно. Допустим. Так, он по мордам получил. Все, теперь могу? Могу, наверное. Вылезти. Что? А я уплыл. А я сейчас клюю тебя. Ты еще яйцо взял. Дебил, они тебя убьют сейчас. Так, если не они убьют, то... Ну, все-таки убили, смотрите-ка. Растерзали пингвин. Кто бы мог подумать, что они такие кровожадные. Блин, я там боялся, что они меня захреначат. Вот так вот. Блин, ну так бы с голоду сдох. Или замерз. Потому что что он там на яйцах бы прожил. Да хрен бы ему яйца. Только не нанесли бы. Пингвина сырого жрать. Тоже не то. Ну? А почему вот я знаю, куда плыть? Мне бы хоть какой-нибудь ориентир дали, куда плыть, ткнули бы пальцем. Я вообще думал, это где-то недалеко от материка должно быть. Это вообще хрен знает где. Откуда ты знал, куда плыть? Куда ты пошел? А я? Так, у нас здесь что-нибудь есть? Нету ничего. Подожди. Нет, нет, я хочу тоже спуститься туда, выйти, как он правильно. Ой. А, ну ладно, подождите. Нет, назад мы пока не идем. Сюда, давай. Ни хрена себе. Вау, тут даже человек какой-то есть. Привет. Ну-ка, подскажи ко мне. Так, не понял. Труп. Подожди, что-то было. Ага, вон, рука что-то есть. Это что такое? Медальон Юколов. Ну, допустим, ладно. Он как-то переворачивается, нет? Ладно. Куда мне идти? Блин, блин, блин. Давай. Пойдем за этим. О, Ганс.
Ну да, Ганс, чуть Оскаром его не назвала, блин, он сейчас Ганса Оскар или кто? Гаоскар. Осган. А как правильно его назвать? За Терминатором, за нашим. Так. Ну-ка. Вот куда-то я ушел, да. Ага, нет, это опять полоса-то. Куда тут идти-то? Ну давай сюда. Ага, лесенка. А я ее не видел, а я бы ее и не увидел. О, подождите, я что-то нашел. Я что-то нашел. Эх, это что такое? Это вот у меня вроде такие вот на камне были. Ой, на камне были, на медальоне были. Ну, медальон, кстати, каменный, чешется. Поэтому на камне. Ладно. А я так только смотрю. А, ну это ящик единственный, видимо. Я думал, с одного края ящика только смотрю. Так, а как мне пройти сюда? Или подождите, вот пониже еще, вот сюда вот можно пойти. Нет? Так. Так, так, так. Что-то я не вижу, чтоб... Он, короче, как-то туда ушел. Не знаю, куда. На заборе тут ничего нету? Ничего нету. Так, ладно, я так понимаю, что мы тут что-то, камни эти взяли, что-то взяли. И теперь... Блин, что-то я... О! Ух ты, а я здесь не был. Это я куда попал? Подождите. Это куда? Это я... Стой. Это что такое? Ой, а я помню эти ягодки, я их брал, эти... Синие вишни, трава синяя растет, которые не верили-то. Из них же, по-моему, свечку-то варил. Это я куда попал-то? Так, ладно. А, вот сюда поди старикан-то ушел. А что, меня не позвал, не подождал? Юки надо, и так, надо это, Юки, кто он там? Вот он, кстати. Ганс, мы на месте. Сибирия. И мамонты, Ганс. Дальше, за полями голубой травы. Вперед! Это не так просто, но мы справимся. Терпение, Кейт. Да, конечно. Какой-то он уверенный стал. Так. Что-то я не понимаю. Ну, камни у меня, предположим, есть. Ну и куда их тыкать? Так, ладно. Может, я что не взял? А, ты пойдемте за животное возьмем. Нам надо это Юки забрать. Он будет это колесо крутить, чтобы двери открылись. А, вот куда я ушел. Надо было, блин, ни хрена себе. Ладно. Так. Пойдем. Заходим. Так, пойдем, заходим. Надо какой-нибудь нож еще поди взять. Это столько веревок, столько растений. Я без ножа. Ну, здравствуй. Юки всю дорогу проспал. А он не нужен. Подожди. Этого зверя даже пушками не разбудит. А может ему пожрать надо? О. Надеюсь, сработает.
Так, ладно. Он ушел. Я говорю, мне ножик нужен. Или давайте крюк тут заберем. Хотя, подожди, крюк там использовали, он уже ушел. Топ-топ-топ-топ. Здесь у нас что? А куда это я попал? Подождите, подождите минутку. Ножик, ножик, ножик. Так, смотрим, это что такое? Так, дырки какие-то, это вот этот, поди, что-то надо. Так, подождите, чтобы въехать, надо вот такой рисунок, этот, поди, удар. Так, это сюда. Один, подождите, один. Что-то ни хрена не понимаю. Так, только надо зарисовать немножко. Ну-ка, а здесь у нас что? Тоже зарисуем на всякий случай. Блин. Так. Ничего не забыл, ну-ка. Эх. Ладно. Блин, в какой последовательности, чего, кого тут? Что-то я. Или раньше сюда нельзя было идти? Не понимаю, ладно. Пойдем. Этот медведь у нас уже там ждет. Блин, чуть в эту дверь опять не ломанулся к якорю. Якорь-то мне не нужен сейчас. Мне нужен тот зверь. Давай беги. Опа. Да, опа. Да, потушеньки. Смотрите, тоже, да, помните, на скале такой же был мамонт большой. Все, пойдем. Со зверем. Блин, такой хороший зверь. Ну, вперед. Давай, давай, где ты? Я слышу тебя. Так, мне надо как-то... За этими воротами долина Мамонт. В конце концов, это просто ворота. Надо только понять, в чем секрет. А, вот смотрите, вот. До этого не было, а сейчас оп, появилось. Ну-ка давай, Юки, запрыгивай. Опа. Поехал. Так, а у меня еще медальон какой-то. Булыжники. А куда их вставлять-то надо? Ладно, пойдем дальше. Ой, он устал. Подожди, освободить не надо разве его? Блин, опять курсора нет. Этот в своих доспехах. Лорд Вейдер тоже нет. Так. Юки, освобождаем. Бесполезно. Как бесполезно? Ладно. Подожди, дружок, пока побудь здесь. Тут никакого механизма нету. Так, туда мы пройти не можем. Ну, пойдем наверх тогда. Сейчас попробуем сверху застопорить ворота.
Блин, ворота в другой стороне. Ладно. Надеюсь, это... Ага, сюда нельзя. Ну, иди сюда. Что-то я не пойму. Вот он ты. Тут красиво, да? Очень. Да, Ганс. Сибирия. Почему веревки не сгнили? Вы правда думаете, что здесь есть мамонты? Да, Кейт. Надо сыграть песню, которая их призовет. Как сами? Вы хотите их позвать? Да, с помощью дудочек, как древние юколы. А вы знаете, как это работает? Нет. Ну ладно, я попробую. Так. А как тут что-то... Ну, где дудка-то? Подожди, там мы говорим с ним. Ладно, пойдем. Или куда? Мне надо насквозь пройти это дело. Вот какая-то штука есть. Какая-то дудка. Вот, кстати, еще, смотрите, камушек. А хотя, что, подождите, вот. Так, такая штука. А вот сюда. Правильно? О, хрен его знает. Такая штука. А вот сюда. О, вот это подошла. Блин. Ты вот здесь, а будешь. Так. О, пока подходит, смотрите-ка. Ну и две осталось. Правильно или неправильно? Честно скажу, не знаю. Ну-ка, давайте-ка. Хочу поменять местами, хотя какую поменять местами? Вроде не похоже, да? Или похоже? Ну-ка. Песок. Что-то я ни хрена не понимаю. Может, эти шишки как-то виноваты? Так, может, что-то я неправильно сделал. Ну, вроде все подходит. И штуки эти все подходят. Так, раз, два. Какие я тут еще сделал? Три. Ну, вроде она. Так. Четыре. Вот внизу вот эту штуку даже сделал. Где пятая-то? Пятая, вот она. Да вроде все правильно я сделал. Блин. Что надо дальше-то делать? Подождите, мне песок перехватить, что ли, надо, или что? Что-то я не понимаю. Ну-ка. Где ты, где ты? Так. Ой-ой-ой, у меня глаза разбегаются, подождите. Это вообще, по идее, надо сфотографировать. И уже потом крутить, вертеть. Так, во. Рогатка, напротив нее петля. Вот, рогатка, напротив нее петля. Так, ладно. Перевернуто это все в варианте. Это получается...
Вот эта штука с другого края должна быть, да? Ни хрена не понимаю, конечно. Так вроде она подходит здесь. И это по зубьям вот подошла. Блин, я даже не знаю. Что-то тут не так. Так, походу дело все-таки, мне кажется, вот эту рогульку надо поменять местами. Потому что, ну, блин. Пробуем. Дай-то бог. Вроде все правильно получилось. А вот смотрите, действительно какая-то штука вылезла. Так. Берем. Какие-то они мутные. Так, а куда мне это надо вставить? Еще раз крутануть, нет? Ну, пойдем. Где труба? Где музыкальная шкатулка? Где пианино? А, вот, подождите, сюда дальше проходим. Так. Подожди. Сначала... Стой. Сначала сюда. Блин, это такая тоже раковина. Смотрим. Вставляем. На. Ой. Что-то я должен вставить сюда, да? А что я должен вставить? Ну, давайте в рогалину поставим тогда. Есть рогалина? Вот это. Ну, давай. А я как-то не так сделал. Ой, тут еще что-то есть. Во! Подождите. Блин, вот мне зарисовка-то и пригодится, вот это, наверное. Подождите. Как же она, блин. Так, у меня две звезды вот здесь. Так, это вот закрыть, наверное, надо. Или открыть, наоборот, или как, или закрыть. Так. Нет, давайте вот эти оставим открытыми тогда. Я что-то не то сделал. Ладно. Вот эту закроем. Вот эту закроем. И, по-моему, вот эту. Закроем. Подождите. Так. Ну-ка. А звука-то никакого не происходит почему-то. Видимо, я куда-то не туда воткнул эту штуку. Ну-ка, давай-ка еще разок. Застряла. Блин, вот с этой штукой как-то надо делать. Так, ага, ее сюда обратно уже не надо.
А в какую вот тюрьму рисовать? Так. Ну-ка, давайте-ка посмотрим. Так, у нас... Так, смотрим. Вот такую букву Ешку, что ли, нам тогда получается найти. Так, Е. Такая вот закорючка. Подождите. Ешка, подождите. Ешка. Это вот по медальону надо было нам сверяться. Так. Нет, нет. Минутку. Так. Заделали. Ой, подожди, куда это? Подожди. Блин, это какой-то большой граммофон. Как он заводится вообще? Давай. Ой, я слышу звук какой-то. И что, мы их позвали? И они придут? Ой, подожди, где-то тут что-то было? Ну-ка, теперь ты, Ганс, доволен? Необычное место, Кейт, правда? Ваша мечта сбылась, Ганс. И мамонты, Ганс! Да, подождите. Кейт, надо сыграть песню, которая их призовет. А, в смысле, она еще не... Песни еще нет? Ну давай. Пойдем тогда по рисункам будем составлять, которые мы там сделали. А, ну давай. Блин, так. Этот тогда вот мы по рисунку. Так. Так. Со звездочками был. Ай-яй-яй-яй-яй. И ведь они этот граммофон придумали еще хрен знает какие веках, тысячелетиях, эпохах, эрах. Я даже не знаю, как правильно назвать. В периоде, в мезозойском, каком там, когда там мамонты были. Чего ты ржавый? Подожди. Мультик же идет, значит, должны прийти. Вон они, позвали мамонтов, и они пришли. Жди, они же тебе не сразу бегут, как гепарды. Это же мамонты. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас растопчет Ганса-то. Или он умрет счастливым отчасти. Этот киборг. Еще и шляпа железная. Как тебе голова не болит? Мамонты. Господи. Было бы неплохо увидеть мамонтов, да, действительно, вживую. Было бы красиво. Но человек все готов уничтожить. Убить. Вот поэтому у нас кончились мамонты.
Он уехал, но он обещал вернуться. Ой, помню, вам это шишка должна быть на голове, если я не ошибаюсь. Они же шишковые, шишколовые. Как правильно? Лобошишкины. Но я не ухожу с мамонтами. Я проделал весь этот путь. Да? Но с мамонтами я никуда не иду. А там корабль впереди или что? Или так скала поставлена, якобы это корабль какой-то большой, гигантский такой. Как ковчег Ноя. Все, он ушел. Там и умрет. Основные его там растоптают. А мы-то как? Ага, вот так вот. Ну что ж, это была Сибирь 2. Сибирь 3. Потом пройдем. Надеюсь, игра вам понравилась. Блин, да, пришлось попариться. Надо как-то размяться, какую-нибудь другую игрушку сыграть. А вы играйте, разминайте мозг, играйте в логические игры. Ну и подписывайтесь на мой канал. Пока!